начнется битва. 3, 2, 1, поехали, давай! И всем привет, дорогие друзья, с вами я Тумка, и со мной сегодня настоящий читер в Майнкрафте, а также настоящий профессионал. Слева от меня находится читер, точнее справа от меня, и это Эмма Питчес. Привет! Расскажи нам что-нибудь о себе. Я играю с читами уже 2 года и чувствую себя очень хорошо. Ой-ой, бы играл бы ты сейчас на Люмиксе, я бы тебе уже бандал. Так, идем дальше к профессионалу Лиризу, ютуберу. Привет, Лириз. Эй, всем, с вами Лириз. Так, расскажи нам немного о себе. Ну, я играю 2 года без читов и чувствую себя не очень хорошо. Ну ладно. Ребята, я думаю, все вы знаете Лириза. Если не знаете, то ссылка на его канал будет в описании. Подпишитесь на него. Это чувак, который реально, можно сказать, прославился благодаря тому, что он профессионал в том в своем деле, чтобы строить себе шифта. Еще ты бросаешься головами, это тоже очень эпично. Ну что, ребята, сегодня будет очень необычный, но интересный ролик. Сегодня будет противостояние, настоящее противостояние читера и также профессионального чувака. Если вы хотите узнать, кто из них будет лучше, то досматривайте ролик до конца. Но мы вас не будем задерживать и приступаем к ролику. Ой, какое красивое голубое небо! Какие крутые у меня тиммейты! У меня сегодня просто реально настоящий профессионал, настоящий читер. Ребята, я думаю, что эта серия будет очень интересной, поэтому заранее влепите ваш лайк. Я не помню, если я об этом сказал в начале ролика. И у меня сразу возникает один вопрос к тебе, Лириз. Вот смотри, вот ты профессионал, ты, наверное, много играешь, там много видишь разных других профессионалов и читеров. Ты можешь определить, кто читер, а кто профессионал? Ну, теоретически могу, если, конечно, чит не прям такой супер беспалевный. Ну, смотри, строится чувак, короче, без шифта, и строится чувак просто потому, что он читер без шифта тоже. Как понять, кто из них строится, потому что он читер, а кто из них просто профессионал? Можно ли это понять? Тот, кто профессионал, он выполняет некоторые действия, которые не дают ему упасть. Так. А читер, он будет просто бежать, потому что он об этих действиях, в принципе, не знает. Так, а что за действия? Я вот тоже про них не знаю. Опа! Блин! Ну, к этому может относиться, например, прыжки. Нажимание на шифт некоторое время. Не, ну вот все, что здесь рассказывает Лирис, я считаю, что это полная фигня, вот этому учиться так. В современном мире. Так, а ты, читер? Проще использовать читы. Так, а ты, читер, какими видами строительства без шифта умеешь пользоваться, скажи нам? А вот любой, который скажешь, тем и построишь. Хорошо, к тебе тоже придем постепенно, а потом еще и к вам одновременно, потом еще и соревнования между вами устроим. Лирис, скажи нам пока что, какими видами строительства без шифта ты умеешь строиться, и вообще, что ты можешь про них рассказать? Я просто, например, плохо в них разбираюсь, я только, наверное, знаю, что год бриджик это быстро, а бризили это не так быстро, и все, что я знаю. Ну, строиться я могу ниндзя бриджем, волком, блиплом, бризли и год бриджем. Ну и там на самом деле есть всякие мини-разветвления, но о них говорить смысла нету, поскольку их реально слишком много. Слушай, а ты считаешь себя профессионалом своего дела, профессионалом строительства без шифта? Нет, не считаю, потому что мне далеко еще до профессионала. А сколько ты блоков, ну, считал какой-нибудь, есть у тебя рекорд собственный по количеству блоков, которые ты можешь поставить, допустим, без шифта? Да, у меня рекорд по бризли 64 блока, по мунволку 48 и по год бриджу 36 было. Год бриджа, это который вообще просто бежишь и строишься вообще без шифта, да? Да, там надо делать прыжки, потому что из-за механики Майнкрафта она, типа, тебя будет скидывать. Понятно, понятно. Кстати, блин, если вы слышите, ребята, клики мыши, то сразу предупрежу вас, это клики мыши Лириза. Это чтобы вы, наверное, не подумали, что он играет с щитами, да? Да. Все, это специально было предусмотрено, но клики мыши, конечно, пипец громкий. Слушай, сколько ж ты? Ай, стой, убил. Ху-ху-ху-ху, слушайте, я сейчас сломаю одну кровать, если меня, конечно же, никто не бьет за это время, пока я буду ломать. Нет, не успею, походу. Хотел сказать, сколько же она выдержит кликов твоя мышка за все время существования? Она вроде должна выдерживать 60 миллионов кликов. Ладно, читер, а теперь ты покажи нам строительство без шифта, которым умеешь пользоваться ты. Кстати, Лирис, ты еще не показал, но сейчас сначала к читеру вернемся, потом и к тебе по очереди. И к нам уже примчался синенький. Так, ну-ка в баню, молодцы. Нам еще синенькие бегут, и красные тоже. Чё, слушай, а чё все к нам бегут? Походу увидели, ну, что два ютубера в команде. Да-да. Ну да ладно, Эмма, можешь прямо тут нам показать. Я тебя буду Эммой назвать с твоего позволения, просто мне так удобнее. Давай, покажи нам виды строительства без шифта, которые знаешь ты. Или точнее, которые знает твой чит. Ни в коем случае, ребята, мы не пропагандируем читы, ни в коем случае не рекламируем их. Я очень против читы. Читы это плохо, сказал человек, который 2 года с читами играет. Ладно, давай, показывай, ты где? Вот это настоящее строительство без шифта, да? Офигеть. Это, кстати, сильно. У меня блоки кончились. Ребята, кто-то сказал то, что у Хайпикса хороший античит. Знаете, мне кажется, я могу с вами поспорить, потому что у меня есть пруфы того, что античиту еще есть куда расти на Хайпикселе. Блин, слишком много чуваков на центре. Так, одного красненького надо быстренько убить. У нас синий на базе. Синий на базе, а вы с ним справитесь, потому что я вот центре вообще. О, нет. Нет, живите, пацаны, не ломайтесь, душевно, физически держитесь. Так, вы там целы, вас никто не убил? Все, молодцы. Так, Лирис, ну давай прям, я пока нахожу на центре, пока мы все живы, да. Покажи нам, короче, как ты строишься без шифта, чтобы я сравнил с тем, что строился Эмма. Ну, давай, я тогда не над бездной буду строиться, а то Давай. Все-таки есть шанс, что упаду. К нам поднимаются быстрее, к нам поднимаются, мало времени, давай, поехали. 3, 2, 1, вот это, опа. Ой, все, я спасу, подожди, я помогаю. Сзади синий кину, я помогаю. Нет,
Ниндзя, бей его! Все, я его убил. Силджи. Блин. Что случилось? Ты же вроде как все в порядке с тобой было. Ты ударился? Ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Будыщ, умирай! Так-то упади и умри, упади и умри! Нет, он не умер! Ладно, тогда погнали в следующую игру, запишем там противостояние. Вы готовы? Yes. Итак, ребята, я нас закинул в игру в приватную, где у нас всего лишь 3 человека. И сейчас я придумал одну очень-очень интересную идею прямо на ходу. Тупо импровизация. Короче, сейчас, ребята, все собирайте блоки, бежим на центр, устраивать мега противостояние. Будет противостояние вас двоих, это получается читера против профессионала. Я тебя буду называть профессионалом, просто потому что, ну я как мне еще тебя назвать? Нубиком, наверное. Суть в том, что после этого противостояния, ребята, я вам дам всем, ну и себе тоже по 5 минут, чтобы мы подобывали ресов на базе, купили себе что-нибудь, и тогда уже устроим ПВП, в котором я тоже буду участвовать. Это будет ПВП обычного смертного, читера и профессионала. И, кстати говоря, игра будет без ограничений, поэтому мне кажется, читер все-таки в этом победит. Но посмотрим, посмотрим. Я уже на центре, я жду вас. Вы блоки захватили с собой? Все, я вас жду на самом-самом центре. А вы пока что, ребята, ставьте свои ставки, пишите по вашему мнению, кто же все-таки быстрее простроится и кто дальше сможет простроиться без того, чтобы упасть или без того, чтобы его, не знаю, забанил Хайпиксель, что еще может произойти. Эмма и Лирис, вы все готовы? Блоки купили? Да. Да. Все, итак, давайте тогда поднимемся куда? А давайте на самую-самую вершину, вот туда, где стеклянный блок. Ой, сорян, на самую вершину, и оттуда будете строиться. А я все это запечатлю снизу. Все, вы готовы? Итак, ради. Ребята, все, на счет 3, как только скажу 3, можете начинать. Итак, противостояние начинается через 3, 2, 1, да, начнется битва, поехали! Битва строителей, ту-ту-ту-ту-ту-ту! Что это было? Мы оба умерли. Прокомментируйте данную ситуацию, Лирис, что случилось? Он подставил меня. Хорошо, Эмма, что случилось? Я подставил его. Хорошо, так уж и быть, мы вам дадим еще один шанс. На счет 3. Итак, да, начнется битва. 3, 2, 1, поехали, давай. Воу-воу-воу-воу-воу. И опять Лирис падает. Лирис, что это такое? Что творит? Что творит? Что творит? Боже, он, смотри, он еще строится. Он еще строится. Да ладно, неужели это настолько безупречно работает, что ты вообще никогда не упадешь? А, упал. Ё-моё, что творит этот человек? Посмотрите, куда он пошел. Это жестко. Мне кажется, Лирис там уже в поте лица просто думает, ё-моё, как победить читера в этой игре. Итак, сейчас у нас будет новый батл, это будет батл строительства, бокового строительства без шифта. Шо, как это называется, Лирис? In Silent God Bridge. Ладно, я буду назвать это на русском языке, на своем привычном. Боковое строительство без шифта. Будет сейчас соревнование читера против. Слева у нас, собственно, профессионал, справа у нас читер. Вы готовы? Ready. 3, 2, 1, погнали. Да начнется битва. Читер уже начал. Читер начал, а Лирис еще нет. Йо-йо-йо-йо, вот она пошла у них. Что же? Что произошло? Подожди, что произошло? Один упал, другого забанило, причем вы упали одновременно. А почему? Ну-ка, не, как почему, я думаю, понимаю, почему, но. Кстати, а кто из вас выиграл? Нет, желтый вроде как поставил больше блоков, но вы упали одновременно. Это было. Я так резко начал, я даже не понял, что произошло. На самом деле, Лирис начал просто позже. То есть, ты начал просто раньше, Лирис начал позже, в итоге вы строились одинаковое количество времени, но одного забанило, другой упал. Короче, результат таков. Походу победила дружба. Победила дружба, но... Античит тоже победил, потому что не играйте, ребят, с читами, просто потому что потеряете свой аккаунт. Кстати говоря, на этом еще не все. Я думаю, знаете, что можем сделать? Лирис, мы можем с тобой устроить ПВП. Как ты на это смотришь? Давай, давай, смотри, давай так. Мы сейчас оба киляемся. И как только мы респаунимся, у нас есть ровно одна минута, чтобы что-нибудь сделать. Короче, собрать ресовку и закупиться. Все, минута пошла. Ребята, сейчас будет ПВП просто против Лириса. Я тут закупаюсь, у нас должно быть примерно равное количество ресурсов на базе. Кровать ломать не нужно, мы играем чисто до убийства. Ага, понял. Так, 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 я закуплюсь вот такими ресурсиками. Ребята, пишите в комментариях, кто по вашему мнению выиграет. И ладно, вы писали о том, что, наверное, выиграет читер, но на самом деле выиграл античит. А теперь напишите, кто по вашему мнению выиграет в ПВП, я или все-таки Лирис. Так, а ты уже, кстати, на центре, я на центре. А, вон я бегу, бегу. Да, я уже все, в принципе, свои дела я уже сделал, все, что нужно было купить, я купил. Так, а ты какая база? Ты у нас синяя. А, вижу, вижу тебя. Вижу, там строитель какой-то, слышу клики мыши, просто слышу клики мыши, погнали. Начинаю бояться. Опа, поехали! Давай, отбросил, и теперь просто. Ой-ой-ой, ты меня аж вверх себе подбросил. Ой, вот это было сильно. Нет, я просто от падения умер. Вот это было жестко. Кстати, да. Ты. А, ладно, красава. Ну ты меня подбросил прямо к себе, кстати, ты видел? Кто-то убивает. Это было красиво. Ладно, ладно. Ты победил, хорошо, ты победил, так уж и быть. Я сдаюсь, я обычный смертный игрок, я не профессионал. Ну и все, дорогие друзья. В этой битве победил. Я даже не знаю, слушай, Лирис, как ты ожидал? Ты ожидал, что будет такая концовка? Или кто ты думал выиграет? Да я думал, читер выиграет, но, видимо, победил в этой катке античит. Да, да, мне нравятся так эти головы, которые вылетают из твоей головы. На самом деле, да, Эмма, ты здесь, ты с нами? Она нас покинула. Ну, 2 года. Играл с читами, все, пришло твое время, пришло твоя пора. Не играйте, ребят, с читами, на самом деле. Не играйте с читами, лучше ставьте лайки мне под роликами, подписывайтесь на канал Лириса по ссылке в описании, на мой канал. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Если любите подобные ролики, то ставьте лайки и пишите об этом в комментариях. С вами был я, Лирис, Эмма. Всем пока! Пока!